точно придется убирать за курами. Раф найдет нас быстро, за 5 секунд. Нет, это вряд ли. Почему? Что ты называешь чьей-охотой? Вы сейчас пойдете в лес. Я дам вам фору 5 минут, а потом буду вас искать. Привет. Если не продержитесь хотя бы час, вам придется убрать куриный помет. Ни за что! Не хочу куриный помет! У него запах заплесневелого сыра! Что это? Человек-обезьяна? На нем такие огромные пауки, что могут играть на банджо! Мы не согласны! Тогда прячьтесь! Похоже, это мифический Сасквотч. Йети! Какой огромный! Бежим! Как вообще здесь спрятаться? Дверей-то нет! Можно залезть на дерево. Там он будет искать первым делом. Может, выроем нор? Черепахи роют норы в лесу. Я не знаю. Позор, вы даже не спрятались. Йети! Да, конечно. Вы просто хотите отделаться от уборки навоза. Я в лесу никогда не жил. А ты? Нью-Джерси считается? Что это было? Это Раф издевается, да? Похоже, будет настоящая тренировка.
Пауки, что могут играть на банджо! Мы не согласны! Тогда прячьтесь! Похоже, это мифический Сасквотч. Йети! Какой огромный! Бежи!
можно залезть на дерево. Там он будет искать первым делом. Может, выроем нор? Черепахи роют норы в лесу. Я не знаю. Позор, вы даже не спрятались. Йети! Да, конечно. Вы просто хотите отделаться от уборки навоза. Я в лесу никогда не жил. А ты? Нью-Джерси считается? Что это было? Это Раф издевается, да?